Александр Лукашенко поставил задачу расширить использование в Беларуси электротранспорта. Глава государства подчеркнул, что это перспективное направление. Мировая практика показывает, что курс на развитие и опережающее внедрение инфраструктуры к нему оказался верным. Сегодня уже практически все страны идут этим путем. Это насущная необходимость с позиции отсутствия достаточных объемов собственной нефти, так и с учетом запуска белорусской АЭС. Минздрав Беларуси отменил требования об обязательном ношении масок во время посещения различных объектов организаций общественного транспорта. При этом в поликлиниках должен быть прописан план работы в режиме, который обеспечит соблюдение условий инфекционного стационара. В Могилевской области отраслевой профсоюз перечислил с начала года учреждениям здравоохранения региона порядка 13 тысяч спонсорской помощи. Средства направлены на укрепление материально-технической базы разных организаций. Также медработникам выделена сумма на удешевление стоимости путевок в размере 34 тысяч белорусских рублей. Внутренний туризм в Беларуси продолжает активно развиваться. 23 октября в агроусадьбах с национальным колоритом пройдет День открытых дверей. В списке более 130 адресов в разных областях. Такие проекты вносят значимый вклад в рост экономики. Кроме того, улучшаются сельские территории, инфраструктура и создаются рабочие места. В Бобруйске на завтра запланирован городской субботник. Организации приведут в порядок собственные и прилегающие территории. Сотрудники горосполкома, депутаты и участники молодежного парламента посадят деревья в парке по улице Сикорского. Принять активное участие могут все желающие.